Да, да. Я здесь. Все в порядке? Да, просто немного отвлеклась. А звучало, как будто ты проблевалась. Угадал. Ничего страшного, видимо, стресс. Эсо чамба тева матар. Да у нас утечка. Шеф первым делом вызвал меня к себе в кабинет, сказал, что мы должны вмешаться. У нас весь офис на ушах стоит. Но ты же ни при чем, правильно? Ты просто разгребаешь чужое дерьмо. Джеки, когда работаешь в контрразведке Арасаки, ты всегда при чем. Не переживай за меня, все будет хорошо. Buena suerte. Час назад. Пришлось задержаться, скоро буду. Гребаный Франкфурт. Абернати 100% свалит все на нас. Ладно, я у себя в офисе. Жду тебя. Не задерживайся. Савура Арасака поступил на службу летчиком-истребителем в императорский флот Японии. К 23 годам он уже дослужился до звания лейтенант. На его счету 20 воздушных побед. Его всегда будут помнить как одного из самых успешных наших. Мы сейчас эвакуируем представителей. Мистер Дженкинс вас ждет. Он у себя в кабинете. Привет, Ви, давно не виделись. Это я, Фрэнк. С операции в Юго на восточном побережье. Не знала, что ты в Найт-Сити. Как твои дела? Да сама понимаешь как. Неделю назад еще был в Кейптауне. Слышал, ты теперь в контрразведке? У вас там, наверное, сейчас аврал из-за Франкфурта. Ты же у Дженкинса, да? Он правда такой, как все говорят? А что все говорят о Дженкинсе? Что он успешен, как любой психопат. Последнее время якобы начал сходить с ума. Ну, ему сейчас тяжело. Начальница должна была помочь ему с повышением, когда приехали японцы. А вместо этого его подставила. А ты у кого сейчас работаешь? У Абернати. Она правда классная. Это она придумала, как провести операцию в Кейптауне. Абернати. Сука, из-за которой мой шеф не стал директором по особым операциям. Ну, значит, не повезло. Бывает. Действительно, бывает. Ну и как оно в Кейптауне? Операция «Груз». Ты слышала о ней? Оружие для повстанцев в Африке? Не знала, что ты его вез. А я вез. Мы скидывали в океан целые ящики винтовок. Местные потом приплывали и вытаскивали их сетями. Старая тактика, но так и выигрывают войны. Прости, у меня сейчас нет времени. Поговорим в другой раз, ладно? Да, конечно, рад был тебя видеть. Активирован экстренный режим. Безопасность подтверждена. Не смотри. Это она. Помощница Дженкинса. Пожалуйста, зайдите в приемную. Подтверждаю авторизацию гостя. Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви. Я сейчас. Мне надо что-то придумать с этим голосованием, пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут. Как там ситуация? Угу. Как мы и думали. Ты знаешь, что делать. Начинай.
Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выкашивать Европейский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию, а так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь напролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Вот же стерва. Ненавижу ее. Давно работаете вместе? До Найт-Сити мы разрабатывали операцию в Осаке. Она 2 года притворялась добренькой, а сама рыла мне яму. И не моргнув глазом, столкнула меня в нее, когда стала директором по особым операциям. Теперь стоит надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Но убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Сука. Разделяй и властвуй. Хорошая стратегия. Хорошая. Скажи, что бы ты сделала на моем месте? Честно? Говори. Ничего вы не сделаете. На ее стороне весь наш совет директоров. Если она настроена против вас, сами понимаете. Понимаю. Ха, кажется, мы с тобой думаем одинаково. Это тебе. Чип с данными? Это доказательство доверия. Ну, бери. Здесь все, что я собрал за последние недели. Биометрика, медкарты травмы, фамилии всех близких ей людей, шофера, начальника охраны, любовницы, мужа любовницы. Все. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сама сказала, что у меня нет выбора. Если кто-то узнает, что мы об этом говорили, мы оба пойдем ко дну. Это правда. Все знают, что ты бы в жизни не получила это место, если бы не я. Никто не поверит, что ты тут ни при чем. А если я скажу нет, что тогда? Не задавай глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Переводы со счета можно отследить. А наличные исчезают бесследно. Вот именно. Работу должны сделать люди не из корпорации. Плати только этими деньгами. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да. Все так и сделаю. Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое ави. Оно в твоем распоряжении. Смотри, не подведи меня. Дженкинс, код разведки на сети. Вот отчеты, которые вы просили. Сейчас нет времени, перешли их. Ты еще жива? Как там ваш гадюшник? Гадюшник. Лучше и не скажешь. У тебя проблемы? Пока нет, просто надо найти надежного человека. Ну, то есть у тебя проблемы. Встретимся в Лизис. Через час. Мне нужно твое решение. Возможно, одного из наших раскрыли. Что, опять Франкфурт? Нет, это другое, местное. Рассказывай, только быстро. Наш агент биотехники считает, что его раскрыли. Он искал компромат, но без особых успехов. Недавно ему дали красный уровень доступа, то есть высший. Так и что? У них чисто, как в детском приюте перед инспекцией. Как на отформатированном диске. Мы подозреваем, что ему сливают Дезу. Будем его вытаскивать или пусть копает дальше? Какие риски? Риск для жизни минимальный. Убивать не в их стиле. Возможно, ему будут угрожать ложными обвинениями в прессе.
У парня есть дети. Он расколется. Вытаскивайте его. Только аккуратно, не спеша. Иначе они все поймут. Дженкинс нас порвет. Я с ним поговорю. Хорошо. Нечего добавить. Лучше предупреди своих заранее. Такого я не говорила. На нас тоже будут собирать компромат. Лунные базы для них много значат. Этого они нам не простят. Ты видела отчет о голосовании? Жесть. Когда об этом узнают, нас просто сотрут. Доступ разрешен. Назовите место назначения. Анализ обстановки в районах. Обнаружена повышенная активность полиции в Хейвуде. Официальные причины не названы. По перехваченным сообщениям можно судить, что туда направлен Макс Так. Сообщается о крупной аварии электросети в Санто-Доминго. В других районах города активность не превышает уровня нормы. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Договаривались созвониться в конце недели. Дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? У меня сейчас небольшие сложности в жизни, но ничего из ряда вон. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз. Упражнения для нейромоторной релаксации 3 раза в день. Они помогут восстановить силы.
Да, да, конечно. До встречи. Отсутствует посадочная площадка. Найди свободное место рядом с баром. Хер с ними, с этими правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Уйди с дороги! А ты кто такая, чтоб со мной так говорить? Я из контрразведки Арасаки. Все? Сука! Я был когда-то наш. Нельзя было по-человечески с улицы зайти. Творят, что хотят, как будто им все должны. Мне надо спешить. Не отнимай у меня время. Я буду за тобой приглядывать. Да, да. Да, да. Добро пожаловать в Лизис. Тебя опять обижает. Тоже рада тебя видеть. Как дела? Ребята из Валентина опять не поладили с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все как всегда, не жалуюсь. Но мы же не обо мне пришли разговаривать. Говори, что там у тебя за проблемы? Вот, возьми щепку. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придется наличными. Никаких переводов. Деньги мне дали. Тут нужна целая команда. Техник, а может и два. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотела попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Работа деликатная. Поэтому мне нужен тот, кому я могу доверять. Никакая это не деликатная работа, Эрмана. Это заказ на убийство. Ты же знаешь, как работает Арасака. Окей, может, не знаешь. Это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чем. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке и поговорим о жизни. Грасиас, мамита. Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ну, будем. Это, по-твоему, тост? Что он вообще значит? Я понимаю, поднять бокал за мама, за свою Эрмана, за хорошенькую мамасита. А вот будем, этого я не понимаю. Ну, блядь, будем. Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Un pacto con el diablo. Я всегда говорил, ты продала душу чертям из Арасаки. Сегодня... Они приказали тебе кого-то обнулить.
А завтра кому-то скажут обнулить тебя. А какие есть еще варианты? Если я откажусь, они заберут все, что у меня есть. Пускай. Зато больше никто не будет держать тебя за яйца. Не знаю, как ты, а я сам выбираю, кто может трогать меня за яйца. И уж, конечно, Сабура и его Матонос в этот список не входят. Может, когда-нибудь я и решусь. Но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, вам чего? Заблудились? Ви, правильно? Вы от Дженкинса? Кажется, я вас не знаю. Главное, что мы очень хорошо знаем, кто ты. Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Нет, не расскажу. Это касается только меня и Дженкинса. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Корпоративные устройства перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Как вы про меня узнали? Это не твое дело. Данные. Быстро. Вся информация на чипе. Очень дальновидно. Это все? Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Вставай, пойдешь с нами. Ну, шевелись. Да, я исправлю. Вы, ребята, кажется, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе вредно для здоровья. Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже будем. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Это было опасно. Их оставили тингана. Ты как, Ви? Где-то болит? Я не могу дышать. Тебе помочь? Нет, это просто синдром отмены. Типа, меня отключили от регуляторов гормонов, биомониторов и системы спутникового анализа. Надо привыкнуть. Слушай, давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может, травматим за тобой приедет? У меня забрали страховку, Джек, и контроллеры биохимии, и квартиру. Даже банковский счет не заморозили, а конфисковали. Быстро действуют, сукины дети. С тобой точно все в порядке? В смысле? Погоди минуту, сейчас соберусь. Это конец, Джек, понимаешь? У меня больше нет будущего. Наоборот, теперь есть. Ты не могла сказать им нет. Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потеряла не все. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет, глупая. Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Чика. Выше нос. Эй, ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново. Ви! Ви! Эй, Эрмана. У тебя теперь начнется новая жизнь. Привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать.
Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Мелитеховский? Джек, это явно секретная штука для военных учений. Откуда она у тебя? Это Тибак. Она чутка поменяла там кое-что в коде. Зачем? Она типа крутая? Не, просто оно было не очень в ее духе. Сама увидишь. Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Вакака сказала, как лучше выполнить этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готова. Лифт. Пошли. Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите, надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Опоздали. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать.
Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не дергайся, а то нас увидят. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Она лежит в ванне. Выглядит она дерьмово. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви.
Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к Биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Джеки, стой на стреме! Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда! Крысы побежали с корабля. Наверное, застали связываться с травмой. Осторожно, идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Пациентку на землю! Пять шагов назад. Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 10 мг. Норадреналин 110 мг. Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, вот вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсурд. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Относительно. Мы передали ее травме, они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду.
Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Нет, Чика, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смэшер. Тут рождаются легенды. Чёрт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим гадов и... Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их просто стреляйте уже! Огонь! Дави на газ, Джеки! Давай, Тим гадов, матри! Не могу, Вити, нормально! Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Явно решили не мелочиться. Вот он блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, приезжай. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный. Дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный. Даже. Обычные копы. Это Макс Так.
охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Won't stop everything, head to toe, I'm on my different shit, my nigga fucking up. I ain't tryna trap, coming out the band out. Never speak back, I don't want a handout. Every time I start, gotta suck a plan out. They say I couldn't do it, well, I'm the man out. I don't really think they know. Show you better not can tell you. Could bring a whole to water, but... Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колбер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие пользующиеся. Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебало. Надо будет сказать пару слов начальнику.